И очередной привет из Тосмора, люди. Привет из Тосмора, где сегодня у нас большая-большая съемка. Два видео с вещами больших и три видео с овощами. Вот так вот бывает. Вот так вот бывает после нескольких дней дождей и отсутствия рынка практически полного и погоды. Два видео до этого было уже с овощей и фруктов. Обязательно посмотрите. Гранаты по 6 большущие. Авокадо 3 лиры. Яблоки 2,50, банан 6, апельсин 2,50. Здесь яблоки 2, зелень еще не совсем ночные цены, еще будет дешевле у них. Пока по лире 50, руккола будет по лире через полчасика. Клубника 12, хурма 5, лимон 3, везде по 4 были до этого, тыквочка 5 лир чищенная, вот, которую я покупаю. Вот здесь женщина сразу чистит, и вот это вот пакетик готовый, кило 5 лир стоит. Очень удобно и очень классно. Сейчас буду идти назад, я возьму обязательно. Картошка гигантская по 2 лиры. Лук по 2, невозможно идти на 2 ряда, давайте по одному пройду, потом еще раз по второму. Апельсины 2,50. Короче, мандарины по лире. В общем, цены на мандарины здесь тоже по 5. Да, я же иду по правой. Вот такие вот помидоры по 8 лир. Вот перец по 7. Я только что перец взял по 2 лиры в прошлой части. Посмотрите, кто не видел. Целый мешок 2,5 кило перца взял. По 2 лиры, которые не хуже этого капи, будет по 8. И уж точно лучше вот этого по 7. Вот видите, что значит, тут есть как бы свои заморочки, да, как бы вот они, допустим, ну вот начинять там перец, еще что-то делать, они берут вот именно вот этот, потому что тот, который я взял по 2, ну нашего типа, который другого цвета, скажем так, они его меньше знают, он у них как бы не родной считается, поэтому, наверное, на него такая супер цена вообще халявная, и его местные просто не берут, они берут этот в 3 раза дороже, ну не фантастика ли, хотя его можно тоже и жарить, и начинять, и все что угодно с ним делать, и по виду, и по вкусу он намного лучше, чем вот этот по 7 лир, который я вам только что показывал. Зеленую тут по 3,50 помидорки хорошие. Здесь 40,50, так я не помню, договорил или нет. Апельсины и мандарины, короче, цена от лиры до 2,50. И апельсины и мандарины, такая цена, в принципе. По лире морковка, по лире вот такая редька. Так, а что-то нашего друга давно не вижу, который кричит «Торум, Карокер!» Дружбан, ты где? Появляйся давай. Или он не во всех районах, просто возможно. Анна Мур написана вот эта штука. Пока от зрителей дождешься, я сам приеду. Здесь тоже грибы вот эти вот, зеленая плесень. Я не знаю, что это и почему они так выглядят. Вот по 4 перец. Ну неужели тот, который я взял по 2 лиры, хуже, чем вот этот по 4? Ну реально фантастика. И вот этот по 4, вот об этом я говорю. На этот не поменял бы никогда в жизни, тот, который я купил по 2. Может, он вкуснее. Капи по 7, капи очень дорогой стал. Этот по 5 тоже по 3 был. Перец что-то дорогое. Я сегодня джекпот сорвал на перце. Яблоки по 5, угу. Клубника по 10. Мандарины, морковь. Получается, клубника самая дешевая, которую я сегодня видел, по 10. По 10. 105 лир. Очень много людей. Очень просто много, реально. Молоко домашнее. Вышли мы на вторую линию. На вторую линию. Давайте пройдем по второму ряду еще, ладно.
Здесь у нас гёзлями делают. Сыры. Смотрите, какой сыр интересный, большой такой. Суджук. Суджук? А это пейнир? А, это который в мешке делается. Это, короче, мешок из... Еще не понимаю. Реклама тебе, YouTube. А, ты не хочешь показываться? Это, короче, сыр делают в... Как называется, из чего вот это мешок, как называется? Вот это вот. Пузырь быка, да? Быка, да, не? С ума сойти. Пузырь быка, короче, ложат сыр и потом его закапывают его потом, короче, в землю, и он там настаивается, не помню сколько. Тут сыр, обалдеть просто. Смотрите, сколько сыра. Тут, короче, навес. Вот. И типа творога нашего есть, только он соленоватый. И типа нашей брынзы. И чуть-чуть тут только нет. На любой вкус. Если тебе дам визитку. Это козий. Козий сыр. Да. Козий в магазинах не продают, да? Козий. Да. В магазинах нет, да? В магазине нет. Держи. My channel. Все, тышкюрдерин, приходите, они вот здесь вот стоят прямо. О, вот какой все край. Это масло, да? Масло красивое. И оливки у них. 19, 25, 23, 20, 28. Все вот эти вот очень вкусные. Вот эти вообще. Кто никогда вот эти не ел, вот эти самые вкусные, наверное. Короче, у них тут все есть, и оливки даже домой можно взять в банках, и мед есть. И вот самая первая точка, когда они в Тосмаре стоят. Вот теперь можно погладить шкюридерим. Так что приходите, смотрите, большая-большая точка, у них есть все здесь. И вторая точка, тоже яички даже домашние. Потом, в принципе, как-нибудь можно, ребенок в коробке сидит. Потом можно будет прийти, как-нибудь сделаю обзор целый. Ну, отдельное видео сделаю их точки в следующий раз. Они меня уже будут узнавать. С ними я еще не знакомился, сегодня познакомился. Сделаем обзор по сырам и попросим по каждому, чтобы рассказали. Вот эта штука. Не знаю, что это, но снимал. Теперь буду переводить переводчиком. Что это? Кабачки 3,50. В принципе, пару минут у нас осталось. Напоминаю, что это третье видео. То есть сегодня полчаса у нас с рынка, целых полчаса. Столько с овощей и фруктов. Плюс два видео сегодня. Два, если я не ошибаюсь. Да, два с вещевого. Итого почти час. Почти час мы сегодня с вами будем ходить по рынкам, премьеру устраивать буду одну за одной. Все, сейчас уже скоро темнеть будет, теперь уже можно купить все остальное себе, что мне надо. Спасибо всем за внимание. Огурцы вот такие вот нашего типа с пупырышками, по 3 лиры, красавчики такие. Помидоры по 6, но очень хорошие, но по 6, но хорошие, но по 6. Перец вот такой по 7, а я по 2 купил наш перец, другого цвета просто. Просто наш. Где-то похожи люди на сирийцев, кстати. Беженцев, семья, куча детей, все, там я уже был. Спасибо всем за внимание, рынок в Тосмаре был, четверг. Увидимся мы с вами либо завтра на Джума Базар, если погода будет, если я туда попаду, либо в субботу, надеюсь, в Махмутларе. Начинается вечерний рынок, сейчас цены еще будут, как бы, кое-где будут немножко еще понижаться. На вечер. Просто
Пацаны, просто! Abi nasıl yapılıyor bu? Hadi. Ne zaman?